Дорогие друзья, теперь следующий урок. Я хочу показать, как платить по штрих-коду. Это очень удобно, не надо вносить массу реквизитов организации, особенно домоуправляющих компаний, или за свет, или еще за что-нибудь. А считав штрих-код, вы сразу же это получаете, и можно уже сразу же оплачивать. Итак, смотрите, у меня есть квитанции двух видов. Вот первая, моя свежая, это ТСЖ-шка. Опять, войдя в Сбербанк онлайн, я ухожу в платежи. Платежи прям есть уже. Что у меня здесь есть? У меня была оплата по QR-коду. Или вот она, оплата по QR-коду или штрих-коду. Вот. Выбираем или там, или там. Нажимаем. Берем нашу квитанцию харимычную. Где у нас тут наш штрих-код? Вот, мы нашли наш штрих-код. Оп, считали. Откуда, с какой карточки будем платить? Вот у меня нижегородская виза. Я говорю, да, продолжить. Все. Смотрим реквизиты, которые заполнились. Продолжить. Вот. Комиссию и оплачиваем общую сумму. Все, в принципе, быстро и хорошо. Это вот первый вариант. Есть ТСЖ. ТСЖ немножко сложнее. Центр СБК. Опять берем. Угу. Находим квитанцию. С какой мы будем платить? Выбираем. Опять с Нижегородской. Вот номер платежного документа. Когда у вас неполная сумма денег, вам, если присутствует номер платежного документа, платить не совсем, как говорится, приятно. Надо избавиться от этого номера платежного документа, поставив 3 ноля. И тогда любую сумму, предположим, у вас нет общей суммы, чтобы заплатить нам 2500, а есть 1000 рублей. Вот тогда номер платежного документа надо поставить 3 ноля. Вот. Тогда при 3 нолях ваша сумма, которую вы заплатите, например, 1000 рублей вместо 2500, она равномерно растекется по всем счетам. И потом просто вы напишите на платежке, что у вас, например, вы вот здесь вот заплатили минус 1000 рублей, и потом еще 1500 осталось. Опять обнулив номер платежного документа, вы дальше опять по этому же штрих-коду можете оплатить. Но вот здесь вот таким путем это не получается сделать. Вот видите, здесь это не действует. Тогда, если у вас не хватает денежек, немножко другой способ существует оплаты квитанции. Зная, что, во-первых, вы или составили шаблон, в конце я вам, помните, показывал, вот у меня есть ТНС Энерго, например, или сводный счет ЖКХ. Вот я составил шаблон, он у меня присутствует. Или в шаблонах, или вот здесь вот. Сводный счет ЖКХ. Он мне показывает лицевой счет. Я говорю, хорошо, перейти к оплате. Дальше. Номер платежного документа. И вот здесь вот хоть нули стоят, вы все равно убираете. И заново ставите 3 ноля. Все, номер платежного документа. Это в случае, если у вас есть в наличии сумма меньшая, которую вы хотите и можете заплатить. Вот это вот хороший вариант. Все. Вот здесь вот, например, у вас там 1000 рублей. Пошли дальше. И вот здесь вы исправляете.
Все, она говорит, номер платежного документа нали, период, за который, карточка, с которой будете платить, все правильно. И вот здесь вы вручную сумму платежа выставляете сами, например, 1000 рублей. Вот это убираете и ставите 1000 рублей. Ну, если на карточке есть 1000 рублей, и продолжить. И вот эта сумма равномерно, сейчас на вот, все, еще раз проверяете, номер платежного документа нали, сумму платежа 1000 рублей, оплатить 1000 рублей. И вот здесь потом, вот здесь вот, скажем, мы записали, чтобы не забыть, минус 1000. Вот. Минус 1000 рублей. Вот так записали. И все, как говорится. И осталось 1500 рублей. Вот в этом случае у вас равномерно все распределится по всем счетам. И это уже пройдено много раз. И мой совет вот так-то оплачивать, если не хватает денежек. И вы хотите частями это сделать. Спасибо. До свидания.